Всех категорически приветствую, меня зовут Владимир, и вы на канале 90 Retro Games. Сегодня я вновь не с пустыми руками. Сегодня в моих руках оказалась очень интересная консоль. Консоль, которая сочетает в себе две Sega, 8 бит, да, вы не ослышались, была и такая, и 16 бит. Sega Master System и Sega Mega Drive. Помнится, в ролике про виртуальный компьютерный музей мы говорили о том, что есть такая Sega 8-бит, поиграли в Соника на Master System, и, собственно, я обмолвился, что я поищу вариант, который поможет нам в это поиграть самим. Вариант – это HDMI стик, который имеет геймпады беспроводные, как у Sega. Ну и, в принципе, особо от DataProc не отличается. С той лишь разницей, что можно поиграть в Sega Mega Drive и в Sega Master System. Отличное решение. Предлагаю ознакомиться с ним поближе. Готовы? Поехали! Вполне доступная консолька с Алиэкспресса, ссылочку я оставлю в описании. В общем, что касается работы и производительности устройства. Особых отличий от того же DataFrog я не обнаружил. Все как и там. Не работает Virtual Racing, не работает Double Clutch. Остальные игры работают, никаких тормозов. Input лага тоже не замечено. Ну и небольшой косячок с вертикальной синхронизацией. Не критично, вполне играбельно. В общем, с работой Sega Mega Drive особых нюансов нету. Игры расположены по привычным нам категориям. Что касается игр от Sega Master System, они закинуты в папку ROMs. В ту самую папку, в которую мы можем добавлять свои скачанные игры. Там игры Sega Master System подписаны префиксом сначала имени файла, восклицательный знак, SMS. По большей части все игры рабочие. Встречается очень низкий процент игр, которые не работают. Возможно, дело в ромах, которые я скачивал. Есть нюанс с играми старого релиза, которые не воспринимают кнопку старт у геймпада. Все дело в том, что Sega Master System кнопки старт как таковой не имела. Ее функцию по совместительству выполняла кнопка 1 на геймпаде. Ну, собственно, в таких играх, если нажать привычную для нас кнопку старт, игра может просто тупо повиснуть. Для того, чтобы в нее нормально поиграть, нужно перезапустить через меню Select и Start и не пользоваться кнопкой Start. Вместо нее используем кнопку B наших беспроводных геймпадов. В игре Sega Master System новой ревизии пользуемся, как обычно. Ну и к заключению нашего ролика в качестве примера продемонстрирую несколько игр Sega Master System. Что касается Golden Axe на Sega Master System, достаточно интересно было поиграть, но заметно какая-то вот рыбковатость изображения. Возможно, это последствия такого вот порта с Sega Mega Drive. Что касается Shinobi, очень динамичная и приятная игра. Достаточно неплохое управление, динамика и интересные противники и боссы. Это Sonic. Да-да, Sonic 8-бит, и он для 8-бит выглядит очень достойно. Улицы Ярости 2 на Sega Master System. Очень многое перекликается с части на Sega Mega Drive, тоже рекомендую. Даффи Дак в Голливуде. Портированная с Sega Mega Drive и очень много даже музыка где похожая.
Master of Darkness. Прикольная игруха, наподобие Castlevania. Соответствующая графика и геймплей. И в заключение хотел бы показать Sega Master System, это Road Rash, первая часть. Могу вот с уверенностью сказать, что особо от части на Mega Drive она не отличается. Вполне себе можно поиграть. Спасибо вам за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте ему лайк. Жмите колокольчик, приходите к нам еще.